Банде Гуру Пададандам Бхактавинда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранадаям Гопижано Самаюктам Бриндаваном Манохарам Ванчакалпатарувасакипасиндубевача Патитананг Павонебхьо Вайшнавебхьо Намо Намаха Мукхам Кароти Вачалам Пангум Ланхайте Гирим Яткипатамаханг Банде Парамананда Мадхавам Бриндахи Тулсидеббхай Пиявай Кешавасача Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттама Девин Сарасватин Весам Тато Джайо Мудирайт Санкиртане Кришна Катху Падеше Гаурия Патрасьо Пракаса Неча Садану Ракта Гуру Бхакти Джукто Бхакти Прамодакша Джагод Бархуна Дхейям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Титас Вадам Сива Виранчанутам Сараньям Бхитатихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада Паллава Накачандамани Чатай Бисфуриджи Токима Пигапавадуша Адарши Пурнанхурагара Сасагара Сара Мурти Сарадика Майкада Кипам Карош Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддвайта Гададхара Сивасадихи Гаура Бхактавинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджануламбито бхужоу канука бодату Санкиртаной капитаро камала ятакшо Вишамбару дижабару джугадхармапалу Банде жагат приякару каруна батару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дадасинитам Бхавануруппена сада нарана Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вибушихи тобам бхагам Нараяно приямананга мадапхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги саджасва бадане лакшмир жасва ча бхакшаси Жасьясти хиде самбид твам нишингамахам бхаджи Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам Рама, Рама, Хари, Хари.
Дургаме патхиме андхасса скхалат падгатир муху. Са кипа жасти данена сантаха санту аваламманам. Дургаме патхиме андхасса скхалат падгатир муху. Са кипа жасти данена сантаха санту аваламманам. Дургаме пати андхасса скхалат падир гато муху. Са кипа жасти данена сантаха санту аваламманам. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Пахупад. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Чакур Пахупад сказал, что мы... Наша жизнь очень коротка, и за это короткое время мы должны находиться под руководством Ашрая Виграхи Гурудева, и мы должны быть в гармонии друг с другом. Это очень важные вещи. Гаудия Гоштхипати. Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад и Джагадгуру сказал, что мы в этом мире будем жить короткое время. И за это короткое время мы должны находиться под руководством, приняв прибежище у Ашравататтва Гуру. И мы должны совершать служение тому Атхукшн Джавасту, Верховному Господу, будучи в гармонии со всеми. И обычные люди, они очень глупы. У них нет никакого представления о гармонии. Вот что такое юкта-вайраги? Одним словом, если я хочу сказать, это юкта-вайраги. Можно назвать гармонию юкта-вайраги. Вот пребывая в гармонии со всем, мы должны пытаться служить Верховному Господу. У нас нет никаких других обязанностей. Если мы находим в себе какие-то другие дела, то это просто глупо. У нас нет никаких других дел, кроме служения Верховному Господу. Мы должны пытаться удовлетворить Господа через наше служение Ему. Если мы не можем удовлетворить Господа служением Ему, то нельзя назвать это сева-сева, это делание чего-то для удовлетворения Верховного Господа. Если мы не можем удовлетворить Верховного Господа или того, кому мы служим, то это не настоящая сева. Нельзя применить это слово. И в тот день я говорил о Джива-таттве. И вот в те дни я говорил о Джива-таттве. Джива-таттве. Я говорил, что бхакти — это естественная функция нашей души. Шрила Прабхупад много раз говорил, это уже находится в Джива-сварупе. Единственное, что мы должны следовать Гуру Вайшнавам, совершать сатсангу, и это автоматически проявится, поскольку оно уже находится внутри нас. Вам не нужно изучать, как служить Кришне, поскольку это уже врожденное чувство, но все же мы должны узнать склонность к служению Кришне, она уже внутри нас, но мы так или иначе не можем служить. Так много аргументов я приводил в тот день под руководством Шрилы Бхактивинода Тхакура. Бхакти – это не какой-то чужеродный элемент. Бхакти, оно уже внутри нас, и мы должны только обнаружить это бхакти.
Оно должно проявиться. И вот склонность к служению. Почему Джавера Сурупа Хой Кришна Раните Даса? И вот почему наша склонность к служению в таком дремлющем состоянии пребывает. В тот день я приводил пример, как Бхактина Такур говорит, воду мы можем найти в жидкой форме, но если... Если температура опускается ниже нуля, то вода становится твердой. И вот мы увидим, что вода стала твердой. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что это Найшаргики Дхарма. И это значит то, что приходит в контакт с чем-то. Оно меняет свою природу. Как вода, она, когда она соприкасается с холодом, то она становится твердой. Так вот, жидкая вода принимает твердое состояние льда. Обычное качество воды — это жидкое состояние. Как, например, вот это латунная ложка, она твердая. И любые объекты в этой вселенной, они... У них есть особые свои качества, это называется с, ну, какое-то такое естественное состояние. И вот автоматически это качество, оно есть в этом в каждом объекте, и не нужно его привносить откуда-то. И также Шрила Прабхупада говорит, что бхакти — это естественное состояние нашей души. Единственное, что мы должны совершать достойную саду-сангу. И благодаря общению со святыми, даже часть секунды лава-матру, даже такого малейшего времени достаточно, более чем достаточно этого момента саду-санги, чтобы достичь великого успеха в жизни Кришна Прамы. Но должна быть подлинная истинная саду-санга, а не какая-то ложная. Шрила Прабхупада много раз говорил то, что я хотел сделать 50 мобильных гаудиматхов. И вот Сарабинду Рой, одна из знаменитых личностей, он сказал Шриле Прабхупаде, что за короткое время вы построили 50 матхов. И Шрила Прабхупада сказал, что 50 матхов — это не так много. Я хотел основать, призвать Гауди Матх в сердце каждого. А просто 50 Гауди Матхов, что я с ними буду делать? Лучше, если бы у меня было бы 50 мобильных Гауди Матхов, подлинных представителей изначального Гауди Матха, куда бы они ни шли, то люди бы говорили, что Гауди Матх пришел, мы хотим обрести таких саду в нашей жизни. Перед нашей смертью мы должны помочь людям стать такими подлинными саду. Денег сейчас нет никакого недостатка в деньгах и в каком-то богатстве, но единственный недостаток — это недостаток саду. Нет подлинных представителей Гауди Матха, чтобы они полностью соответствовали описанию Шрилы Прабхупады, чтобы кто-то, если такой подлинный саду придет куда-то, то люди сразу скажут, вот мобильный Гауди Матха.
что вот мобильный Гауди Матх появился. Обязанность ачарьи не в том, чтобы строить храмы. Это не подлинная обязанность ачарьи, обязанность ачарьи создавать такие мобильные Гауди Матхи. А физически что-то строить от этого не так много толку. Шрила Прабхупада говорил, что благодаря деньгам власти никогда нельзя основать, построить какой-то Гауди Матх. Но люди, которые пытаются с помощью денег основать какой-то Гауди Матх, то, как правило, ничего не получается. Просто получается какие-то непонятно что. И вот таким образом, или принимать учеников, это тоже не шутки и не обязанности Гауди, подлинного ачарьи. И вот перед моей смертью я хочу, чтобы после меня остались такие мобильные Гауди Матхи. И вот Бхакти Саранга Госвами Махараджи, чьи день явления сегодня, мы очень удачливы отмечать день его явления. Мы молимся ему об обретении его милости. Внешне можно найти, что он великий проповедник, а внутри он преданный Рагануга. Это может быть так, это наша Гауди Сиддханта, нет никакого противоречия в этом. Но суть в том, что его имя было с Бхакти Саранга Госвами. Аналитически вы должны понять, что значит саранга? Саранга значит медовая пчела. И какова обязанность медовой пчелы? Чтобы летать от цветка к цветку и собирать мед с этих цветов. Это обязанность саранги. Саранга — это пчела на санскрите. И вот он всегда собирает мед с различных мест. И такой же пример я хочу привести. Можно вспомнить тот же самый пример. Много раз я приводил этот пример, то, что о Парикшит Махарадже описано в Шримад Бхагаватам. И вот в Шримад Бхагаватам описано о Парикшит Махарадже. Поскольку преданные спрашивали о Сутадева Госвами, о Махарадж, почему Кали так много беспокойств приносил, почему Парикшит Махарадж не убил бы его, он же мог, а почему не убил? И ответ, данный Сутадевой Госвами, это царь Парикшит Махарадж, он Сарангева Сарабук. В Шримад Бхагаватам дается ответ о Парикшит Махараджи, о царе. И вот о Парикшит Махараджи мы знаем от Шукадева Госвами то, что о царе. Саранга значит, этот царь Парикшит, он как саранга, как медовая пчела, которая извлекает мед из цветов, не повреждая их сарвасту. Саранга значит, он извлекает суть от этих цветов и не повреждает их. Этот пример мы приводим в случае с саду. Те, кто Парамахамса Вайшнава, те, кто саду, если они находятся в форме ачари, они говорят, может, жестко, но внутри своего сердца у них нет никакой зависти. Их сердце полно любви, и внешне они действуют как эффективные ачарьи.
И когда они находятся на поле проповеди, может, они говорят жестко, поскольку обязанность ачарьи исполнить, исправить наши ошибки, но парамахамсы, у них нет цели находить чьи-либо ошибки, но сидя в ясасане, если они не говорят, что хорошо, что плохо, и как они могут действовать, как ачарьи. Ачарья значит, ачарьи, как Туласидас, он говорит такие слова. И вот это слова на хинди. И вот обязанность ачарьи показать ученикам, как, что и как делать, показать своим примером. Показать путь к духовному и показать разницу между материальным и духовным, поскольку многие путают и не могут определиться и определить, что духовное, что материальное. И вот саду, у них нет никакого гнева внутри их сердца, но они говорят жестко, чтобы исправить других, как Шрила Кешава Госвами Махарадж, Шанта Госвами Махарадж, Шрила Прабхупад. Если они говорят жестко, это не значит, что они гневаются, это плохо, оскорбительно, если кто-то будет говорить плохо в их адрес. И вот обычно для Парамахамса Гуру и Вайшнавов мы используем такой титул Парамахамса, они подобные медовым пчелам, которые собирают мед из цветов. И вот если этого Госвами Махараджа отправить в Рим, вроде скверный город, но он может находиться там как Парамахамса, без осквернения, не оскверняясь этой ситуацией. И вот его имя, оно особое. Имя, которое дал ему Шрила Прабхупад, это Бхакти Саранга Госвами Махарадж. Он очень важная личность для нас. И в группе И вот в группе Гауди Мадха он очень важная личность. И вот Бхакти Саранга Госвами Махарадж и Шрила Бхакти Дайта Мадхва Госвами Махарадж, они оба. They are always going to call with the nickname that the Lakshmi of Gaudiya Mata. Их звали Лакшми Гауди Матха, вот их обоих. Мадхва Госвами Махараджа и Бхакти Саранга Госвами Махараджа, поскольку они большую часть пожертвований, практически все они вдвоем собирали. Они также были очень могущественны. Если кто-то приходил к Госвами Махараджу, они очаровывались его красотой. Внешне он был грихастха, но что из этого? Как он вечный спутник Шрилы Прабхупады? Но как он встретился с Шрилой Прабхупадой? Вы знаете, он вечный спутник его. Ну, как он встретился однажды с Шрилой Прабхупадой и все его спутники, они отправились на проповедь Данбад, Тургапура, Сансол, в те места Шрила Прабхупада был на станции этого Данбада. Там был, этот Госвами Махарадж был с этим стейшн-мастером. В общем, начальником той железнодорожной станции, он вышел, увидел Шрилу Прабхупаду, который был подобен солнцу, он поклонился ему. Шрила Прабхупада сказал ему несколько слов, и тот потом тот попросил Шрилу Прабхупаду зайти к нему в кабинет отдохнуть, поскольку поезд опаздывает. И вот потом он попросил Шрилу Прабхупаду посетить его дом, чтобы... И вот Шрила Прабхупад пролил милость на него, посетил его дом. И
И вот этот Махапуруш Госвами Махарадж, он родился в Банкуре, Партхосай место называется. И вот там он родился в очень знаменитой семье, но когда он встретился с Шрилой Прабхупадой, он был женат уже, дочь была у него. Но это не проблема. И увидев лотосные стопы Шрилы Прабхупады, он очень был вдохновлен. Он не мог забыть его ни на секунду. И Шрила Прабхупада дал наставление приехать в Майяпур и спросил, может, какое-то служение совершать. И тут Шрила Прабхупада сказал, что нет, у нас угля нет, и денег нет. Вот уголь нужен, и иди собирай. В то время только Чайтанья Махапрабху строился. И вот Госвами Махарадж обрадовался и пошел собирать уголь. И вот, в общем, он собирал огромное количество угля, и Шрила Прабхупада был очень доволен и благословил его. И Госвами Махарадж спросил опять, что, какое служение я могу сделать. So out of his salary, I know personally such a man I meet, but he died long ago, maybe 50 years back, he died. I meet with such an old man who used to get 75 paisa salary, 75 paisa. Ну, потом Госвами Махарадж, когда работал впоследствии, он половину зарплаты или большую часть он отдавал Шриле Прабхупаде. В то время зарплата этого начальника станции достаточно большая была, и особенно вот Гаудия Матх, он бедствовал и очень было кстати. И вот он отдавал часть зарплаты в Чайтанья Матх. И после этого Госвами Махарадж, он развил огромное влечение к Шриле Прабхупаде, он всегда помнил о нем. И вот британская администрация очень уважала его. И вот Саранга Госвами в то время. Developing attraction for Prabhupada day by day. И вот его влечение, его любовь к Шриле Прабхупаде увеличилась каждый раз. И он просил место у его лотосных стоп, и Шрила Прабхупада дал Харинаме Мадикшу. И после этого И вот он выдал замуж свою дочь, потом взял свои эти пожитки и приехал в Чайтанья Матх, не сказав причем, просто взял, собрал все свои вещи со всего дома и приехал в Югопит, поклонился Шриле Прабхупаде и сказал: «Прабхупад, я оставил свою работу. И вот я с сегодняшнего дня хочу служить вам и Гауранге Махапрабху. Ты оставил свою работу, да, не только это, я тут с женой уже и со всеми вещами. Вот приехал на грузовике». И Шрила Прабхупада. Ну, в общем, он как-то поселил их, поскольку выгнать было как бы нехорошо. Его звали Атул Кришна Ачакарья.
И вот Шрила Прабхупад понял, что он один из лучших севаков. Жена там отдельная, жена где-то. И вот Шрила Прабхупад очень был доволен им и занял его в Гауранга Севи. Он очень хорошо говорил на английском, хинди, санскрите, бенгале. Знал 5 языков, и санскрит в том числе. И английский очень лучше британцев знал. Мы очень горды, что наш Гурдев, это Пам Гурдев, Шрила Прабхупад, и в нашей наставнической преемственности есть Бхакти Саранга Госвами Махарадж. Мы очень гордимся этим. Я радуюсь, что мы Гурдев Бхакти Саранга Госвами Махарадж или Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж. Вот Шрила Прабхупад дал ему служение собирать пожертвования с различных мест. Очень много случаев про него есть, но все не успею рассказать, расскажу несколько. И вот однажды один богатый марвари в Бара-базаре в Калькутте, это один из главных базаров, и вот он продавал масло, рис, горох и прочие вещи. И вот приехал просить подаяние для Гора Пурнимы. Никто не знал в то время, кто такой Гаудимат. И вот он начал говорить. И Марвари сказал, что не веронец, не теряя время. Госвами Махарадж, он сел. Засел к нему, туда, где он сидел, кровать какая-то, и вот этот Госвами Махарадж сказал, потому и к вам и пришел, что вас веры нет. Я пришел, чтобы взрастить веру в вас. И вот он начал говорить харикатху, и после этого тут за полчаса растаял, сказал, бери все, что надо. Но я хочу детей ваших еще благословить. Сколько Махарадж подумал, если домой пойдет, то еще что-то дадут. И сказал, что хочу пойти домой благословить вашу семью. И вот в общем, он так получил пожертвования рис, горох, масло и все остальное, целый грузовик всего. И также случилось в Матхуре, когда в Раджа-мандала Парикрама происходило с Шрилой Прабхупад. Он однажды совершал дью, и в то время Госвами Махарадж отправился в Матхуру, и там тоже успешно насобирал много подаяний. И вот это действительно так. В шастрах мы знаем, если у вас есть огромная вера в лотосные стопы Гурупад Падме, вы можете сделать все, что угодно. Шастра говорится, тот, кто имеет огромную веру в лотосные стопы Гурупад Падме, он может сделать все. Все, что же невозможно для него. Для него все возможно. И вот Госвами Махарадж, он был успешен. И вот Шрила Прабхупад, он решил дать саньясу Госвами Махараджу. И как Вайканас Госвами Махарадж, как Бондар Госвами Махарадж, Бхакти Саранга Госвами Махарадж, они Шрила Прабхупад дал саньясу за очень короткое время. Хотя обычно, чтобы получить харинам от Шрилы Прабхупады, нужно хотя бы пару лет подождать. Шрила Прабхупад будет смотреть, ждать и смотреть, и потом подумает, дать вам харинам или нет.
И этот же Шрила Прабхупад, если кто-то хотел это шафан получить или дикшу, сейчас шафан очень подешевился. Саньяса тоже могут там за 5 минут все дать, но в то время шафановая одежда была очень важна. Та следующая после саньяса была. Сейчас, к сожалению, эта шафановая одежда стала очень дешевой. А вот раньше, чтобы от Шрилы Прабхупады получить шафрановую одежду, нужно было лет 10 хотя бы, а то и 20, ждать, вести себя идеальным образом, и потом Шрила Прабхупада посмотрит и, может быть, даст шафрановую одежду. А сейчас, к сожалению, все очень быстро. Но мы должны следовать настроению Шрилы Прабхупады. И вот Бхактисиддханта Госвами Махарадж, он дал ему саньясу и отправил на запад, поскольку тот великолепно говорил на английском. Даже англичане они завидовали и такому прекрасному английскому. И вот он отправился в Англию и другие страны. И вот массивная проповедь была. И нельзя даже представить, какой великий проповедник он был. Госвами Махарадж, он просто находясь там, уже проповедь автоматически происходила. Я говорил Бхакти Вивек Бхарати Махарадж. В Даке. И там Бхакти Вивек Бхарати Махарадж был подобен Прахладу Махараджу. Просто своим присутствием он проповедовал также. И вот Бхакти Вивек Бхарати Махарадж, его тело было очень крупно. Если где-то находился, то просто говорил без микрофона и читал все читания Бхагаватам, и проповедь она совершалась так автоматически. Если кто-то видел, смотрел на Бхакти Вивек Бхарати Махарадж или Шрилу Бхактисиддханта Мадхава Госвами Махарадж или Бхактисиддханта Госвами Махараджа, проповедь она автоматически происходила, и люди, они видели их могущество, их сияние, их великолепие, и предавались им. И я могу несколько случаев показать. И вот у меня есть какие-то письма Бхактисиддханта Госвами Махараджа, как мои лекции в Англии и Германии, и еще какие-то книги на английском очень важные. И на Западе эти западные страны, они до сегодняшнего дня не заинтересованы в Харибаджане. Харидев Прабху, он плакал предо мной и говорил: «О Махарадж, вы не едете в западные страны, потому что знаете, что там происходит, вы с ума можете сойти, там нельзя находиться, так все плохо». И вот массивная проповедь должна быть, и кто будет проповедовать, если ваш характер плох, вы не можете проповедовать. Если вы не получили Гуру Крипу, то не сможете проповедовать, поскольку только благодаря ораторским качествам нельзя проповедовать. Это большая тема. И вот в то время наш Госвами Махарадж отправился на запад. Бхакти Прадип Тиртха Махарадж. Он был старшим братом Ананта Васудева в прежнем ашраме, его просто физический брат. А Удаломи Махарадж был старший брат Кешава Госвами Махараджа. Но важнее духовная связь, а не физическая. И вот его тоже отправили на запад. И однажды
какие-то интеллектуалы пришли к Бхакти Саранга Госвами Махараджу и начали говорить, что вы тут про Бога говорите, а можете ли показать вашего Бога? Госвами Махарадж сказал, да, могу, приходите завтра и покажу. И вот по милости Шрилы Прабхупады, благодаря могуществу Шрилы Прабхупады, мы также говорим все благодаря силе Шрилы Прабхупады. И вот так или иначе Госвами Махарадж говорил, приезжайте завтра. И вот European country early in the morning means 8 o'clock, and in Bombay early in the morning is 10 o'clock. Yes, they get up 10 o'clock. Но и по понятию об утре разное в разных регионах, где-то 5 утра, где-то 10, где-то 8. И вот Госвами Махарадж с утра повторял Гайтри. И вот он чистил зубы нимовой палкой и ходил, и думал о Шриле Прабхупаде. Перед сном он попросил Шрилу Прабхупаду, что вот пообещал показать Бхагавана, где все взять. И вот он молился Шриле Прабхупаде, чтобы тот сделал что-то, поскольку знал, что для Шрилы Прабхупады все возможно. Кто такой Шрила Прабхупад? Вот мы должны думать о нашем Гурудеве как об одном из лучших севаков Бхагавана. Это такое, как минимум, такое представление о гуру должно быть у ученика. Он должен думать о своем гуру, что он его гуру лучше из слуг Бхагавана. Я могу сказать, что Шрила Прабхупад, он даже больше, чем Рамануджачарья. Мы, конечно, благодарен Рамануджачарье, всегда выражая ему почтение, но он не изошел из Радхарани, а Шрила Прабхупад изошел из Радхарани. И так или иначе, Шрила Прабхупад, если вы что-то узнаете о Шриле Прабхупаде, вы не знаете, как Гандхарвы, Сидхи, Риши, Муни, они все поклонялись Шриле Прабхупаде. Мало кто может представить себе величие Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханта Сарасвати, кто он. В этой вселенной это лучший из проповедников. Я могу прикоснуться к Бхагаватам и сказать, а если у нас нет веры, зачем мы пришли в Гаудия-матху? Если вы находитесь в Гаудия-матхе, вы должны верить в Шриле Прабхупаде, Бхактисиддханте Сарасвати, таким образом. Смотрите, Госвами Махарадж отправился туда и молился Шриле Прабхупаде, о Прабхупад. С утра они придут, будут трогать меня, я должен показать Бхагавана, где он, и тем временем. Госвами Махарадж вот думал так, ходил, чистил зубы, и вдруг он посмотрел под дерево какое-то, там увидел виграху, и где не видел там, и вот побежал туда и начал, обрадовался, там был Атхокшаджа, виграха Вишну, Шанка, Чакра, Гадо и Падмой. И он увидел, что Господь явился там под деревом. Шанка, Чакра, Гадо, Падмой, Вишну, Виграха.
Адхокшаджа Вишну Виграха там было. И вот приняв омовение, он взял его и начал плакать от радости. И таким образом Абхишека случилось его слезами. Так и Матхавендипури, для него кто-то вот совершает Абхишеку молоком, йогуртом, маслом, еще чем-то, но чистые преданные просто так берут шалграма и плачут от счастья, то так их слезами совершается также Абхишека. Вот Харибаджан — это не шутки. И таким образом, смотрите, и вот пришли эти люди, и когда Госвами Махарадж показал и начал объяснять Адхокшаджа Таттву, они очень вдохновились. У меня фотографии есть, как Госвами Махарадж, он когда прилетел назад с запада, он принес этого Адхокшаджа Виграху. И таким образом массивная проповедь произошла. Проповедь на высоком уровне. Госвами Махарадж, ему не позволили зайти в поговорить с этой королевой. И вот он назначил, в общем, его все футболили, завтра приходите, потом его, в общем, как-то пробрался он на аудиенцию. И там королева Елизавета сказала, что 10 минут только могу дать, и то во время обеда. Госвами Махарадж сказал: хорошо, что делать, 10 минут и хватит. И вот, увидев Госвами Махараджа, она была очень вдохновлена, и вот она ела свою еду. И Госвами Махарадж говорил о Адхокшаджа Таттве, что есть материальное, что духовное. И вот это королева слушала, уже час прошел, провременно забыла, и вот она тоже была очень вдохновлена и организовала какую-то дхарма-сабху для него. Он там говорил харикатху. А еще в то время Гаудия Махарадж был достаточно беден, не было такого изобилия денег, как сейчас. На Западе у людей не было привычки давать пожертвования. И Госвами Махарадж подумал, что как все же и с Бон Махараджем также случилось, как Бон Махарадж постился после Второй мировой войны. В общем, в Германии все плохо было, он как раз там был, и вот с Индии ему посылка пришла, и вот с едой. И вот Госвами Махарадж узнал, что ему кто-то отправил деньги, нужно было пойти забрать. И тот подумал и пошел. И начал говорить с этим, а еще паспорт он забыл где-то далеко достаточно. И вот просил дать деньги ему без паспорта, а тот просил доказать как-то, что тот Бхакти Саранга Госвами Махарадж, иначе, а тот сказал, что я саньяси, говорю правду, но все равно надо какой-то документ показать.
что вы именно Бхактисаранга Госвами. Если докажете или кто-то за вас, за вас слово скажет, то да. И вот Госвами Махарадж увидел, что на столе этого человека была его фотография с предыдущей Дхарма Сабхи и подписанный, сказал, вот смотри, вот твоя газета, тут моя фотография, имя мое написано, и я вот тот самый. Ну, а тому больше посмотрел, да, похож. Да, делать было нечего, пришлось выплатить деньги ему. И вот таким образом, так он проповедовал день за днем, кто сказал, что Гауди Матх не мог проповедовать. Мне неприятно слышать такие слова и такие комментарии. Не демонические, массивная проповедь совершалась Бхакти Прадип Тирта Госвами Махараджем, Бодхав Госвами Махараджем, Бхакти Саранга Госвами Махараджем. И вот мы не можем даже сказать, как, насколько важные проповедники они были. Если мы прочтем какую-то статью, написанную Госвами Махараджем, мы увидим, какая высокая философия там есть. И те, кто привыкли слушать философию Гауди Матха от великих личностей, они поймут. А те какие-то новенькие, они не поймут ничего, поскольку слушают какую-то непонятно что, и не понимают Гауди философию. И вот Госвами Махарадж достиг успеха, и после этого Госвами Махарадж вернулся, Шрила Прабхупад ушел из этого мира. Много других вещей случилось. Это по воле Йога Майя, я уже объяснял. Это оскорбительно думать, что это случилось по воле Майи. И вот Госвами Махарадж подумал, Шрила Прабхупад ушел. Я не чувствую никакого вдохновения проповедовать дальше. И вот Шрила Прабхупад ушел, и вот он решил заняться уединенным бхаджаном. И Бодхав Госвами Махарадж также, я более подробно расскажу на день их явлений. И вот Госвами Махарадж решил совершать бхаджан в Нандаграме. Я был там много раз и находился там, когда я совершал Чарасикрас Парикрама. И вот там я находился. И вот никого там не было, настоятель этого храма. Шаути Махарадж, он храм построил. И тот, как я когда-то был, он сам готовил для меня. Он обычно жил на Мадхукаре Прасаде. Но когда он видел, что я приходил, он сам готовил. И Мадхукаре тоже собирал. Сейчас, к сожалению, он уже ушел. И также он пел прекрасные киртаны. Один я остался, все старшие ушли. И вот я был там последнее время. А там еще какое-то дерево было. Ну, то дерево, где и пещера какая-то, где Госвами Махарадж сидел. И тут его хотели, дерево спилить хотели. Я возмущался, но так или иначе они его спилили. Мне было очень неудобно, что это огромное дерево. Ему было очень много лет. А внутри дерева там не пещера была какая-то, дупло огромное.
И вот Госвами Махарадж потом сюда приехал, хотел построить маленький ашрам здесь, в Майпуре. И вот он хотел купить небольшой кусок земли, но Мадхав Махарадж начал возмущаться, что нет, я не позволю вам купить маленький кусок земли, вы должны... Вы лучший из проповедников Шрилы Прабхупады, вы должны большой храм построить. Нет, я против. Покупайте большую землю, стройте храм, Натхимандир, Баджан Кутир. Вот по желанию Мадхава Госвами Махараджа, он вынужден был купить большой кусок земли. Сейчас это как раз получилось место явления Нандачари Бхаван, место встречи Махапрабху и Нитьянанды. И вот таким образом Госвами Махарадж построил храм там в Нандачари Бхаван. И вот Госвами Махарадж начал совершать баджан здесь. И он не хотел принимать учеников. Но в итоге он вынужден, он принял каких-то учеников, все же Бон Баба, еще кто-то, и после этого Бхакти Сукрит Акинчан Махарадж и Госвами Махарадж, он последнюю часть жизни хотел совершать баджан. And very, they usually they never wanted to go anywhere more. After preaching in foreign country, after coming here, they used to help Prabhupada big way. Whenever, I mean that time Chaitanya Mat was dependent on the land, он зависел от земли. Because all people giving land property to Chaitanya Mat. So on the ground of this, you know. Land property, you will have to manage everything. You have to grow, sabji, you have to grow paddy, wheat, everything. Ну, в общем, люди землю Чайтанья Матху отдавали, и этот Чайтанья Матх занимался выращиванием всяких этих. В общем, денег не было, поэтому они выращивали эти овощи, рис и прочее, продавали и на это жили. И вот Госвами Махарадж, он был редактором Гаудия Патрики какое-то время, очень важный человек был. И он, его редактирование было очень важно. И также и каждую гуру мандал парикрама, каждый год гуру там парикрама была. Гуру мандал, значит, вся вместе с Калькутой. Калькута тоже в гуру мандалу входит. Может, не все знают. Шрила Прабхупада провозгласил, поскольку Махапрабху через Калькуту он шел в Сагар Сангам, в Ганга Сагар. И особо Бхагавандас Бабаджи Махарадж в Калне. Еще один был Бхагавандас. Он спутник Гуранги Махапрабху был. Его с ногой что-то у него было. И вот он в Калькутте жил, в Баранагара Патхбари он жил, там где-то в Калькутте, рядом с Калькуттой. Его сварупа Кришна Лили Шьяма Манджари.
И поэтому Бхактивинода Тхакур, он написал в одном из, одной из своих статей. И вот Бхактивинода Тхакур в Гауди он написал, что служение этой Шьяма Манджари, ее главное служение Шьяма Манджари, это воспевать славу Кришны, поскольку разные манджари саки, у всех отдельное служение, а вот у нее одно единственное, это воспевать славу Бхагавана. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур пишет, мы очень удачливы, ее баджана кутир, кунджа кутир ее в Нагар Падбаре, в гора Мандале, и под ее руководством мы очень счастливы. А мы обсуждаем Харикатху, поскольку Бхактивинода Тхакур, он говорил Харикатху также в Калькутте. Он всю жизнь проповедовал, и после, и на пенсии, он, когда он в пожилом возрасте, он жил в одном месте и совершал баджан. Не все такие, как Шрила Прабхупад. Когда на поле битвы Курукшетры, когда она закончилась, Юдхиштхир Махарадж, его царство было в Индопрасте. И вот они одержали победу, вернули Индопрасту. И вот Госвами Махарадж открыл матх там в Индопрасте, это Дели. Юдхиштхир Махарадж однажды, он плакал и говорил перед Накулой Сахадевом. Он говорит, Юдхиштхир говорил, о мои братья, день за днем я смотрю на ситуацию. Он описывает свое чувство, о мои братья. Я смотрю на окружающую обстановку, и я вижу, что она хуже и хуже становится. Я думаю, какая-то проблема возникает. И вот он говорит, что-то неблагоприятное происходит. Я вижу, те же самые люди, они находятся в моем царстве, ведут себя как-то лицемерно. Раньше не было этого. Я вижу, какие-то изменения приходят. Что случилось с этим временем? Арджуна пришел, плача. Он и тот спросил, что случилось. Арджуна не мог сказать, просто плакал на взрыв. И перед Юдхиштхиром Махараджем Арджуна сказал, о царе. Мой друг Хари, я обманутый, он, его больше нет с нами. Кришна, он ушел, он оставил этот мир, и все начали плакать. И также перед тем, как оставить это тело, Шрила Прабхупад также сказал, что вижу, что ситуация поменялась, многие стали лицемерными. Шрила Бхактивинода Тхакур, когда Бхактивинода Тхакур увидел, что все люди начали какое-то ложное, в общем, увидел, что ситуация изменилась к худшему, он явил лилу болезни. И также вайшнавы, они являют лилу болезни и уходят из этого мира. Мы не можем обмануть гуру вайшнавов, они могут обмануть нас. They can understand from long distance.
Гурвашинава, даже если что-то изменится в вашем сердце, они издалека могут это все почувствовать. So they are not material personality, they cannot understand, they can realize everything, what is happening, what is... Anyway, и так или иначе, Шрила Прабхупад, он оставил это тело. И Бхактивинода Тхакур говорит, мы очень удачливы, что под руководством Шива Манджари, вот он воспевает славу Радха Говинды. И вот это Калькутта стала раса Стхали. Калькутта это для многих место Кали, но не для... Но не для преданных. Калькутта — это место Кали, но не для Шрилы Прабхупады или Бхактивинода Тхакура, или для Бхактисанги Госвами Махараджа. И вот он построил там небольшой храм, как половина этой комнаты. Очень маленькое место, но я чувствовал себя там очень удобно, поскольку Махарадж занимался по публикации книг, и вот он ездил в типографию туда-обратно, а вот останавливался там в этом матхе, Бхакти Саранги Госвами Махараджа. I used to go very small place, they used to love me, and how to, because everywhere I'm not drinking water, nothing, so restriction, they used to go there, so many times, now I'm not going, because I have no time, and this way, I'm ever grateful to Madhava Goswami Maharaja. Бхакти Валабхитирта Госвами Махараджа, и вечно благодарен этой великой личности, поскольку я, будучи в Калькутте, я жил вот остановился в Чайтанья Матхе, там, где Гурудев жил 35 лет, и вот в Матхе Бхакти Саранги Госвами Махараджа. И Шрила Бхакти Валабхитирта Госвами Махарадж, он послал меня, чтобы я встречал преданных, которые приезжали с запада, и по дороге я разговаривал с ними. Я говорил Харикатху по дороге. You send Saman Krishna here. We have some seva. Then he used to send me with car. I used to go with one placard, his name, because I never see. Then after that I catch him and come. This way, Bhaktivinoda, you know, my also Chanda temple also in the midway. Также мы по дороге посещали храм Джаганнатха в Чагде. Итак, вот Бхакти Валабхитирта Госвами Махарадж давал мне такое служение, и вот Калькутта тоже это место Кали для всех, для материалистов, но для преданных тоже это имеет какую-то духовную, поскольку по милости Шрилы Прабхупады и Бхактивинода Тхакура Калькутта очень хорошее место, оно находится на берегу Ганги, и по милости Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады, люди с Калькутты, они очень удачливы, они видели огромные процессии санкиртаны, когда было 108, когда основывалась Гаудия миссия. То с этой улицы Ультраданги организовали большую процессию из 108 мриданг. Много преданных участвовало. Шрила Прабхупада шел впереди всех. И Шрила Прабхупада написал очень прекрасные киртаны. Вот. Наш Сиддхартха Госвами Махарадж объяснял эти киртаны, которые написаны Шрилой Прабхупадой.
Если мы не находимся в гармонии с Гуру Вайшнавами, то мы не сможем что-то обрести. Если мы не будем находиться в гармонии с Гуру Вайшнавами, то это глупо. Гуру Вайшнава хотят привести в гармонию нас с ними. Это золотой шанс для нас. И вот во времена Шрилы Прабхупады большинство преданных, они были в гармонии с Шрилой Прабхупадой. И вот если мы хотим узнать подлинное значение этого киртана, нужно почитать объяснение Шридхарады Госвами Махараджа. Я могу еще несколько случаев рассказать, и тогда вы поймете. И вот этот великий преданный ради Шрилы Прабхупады, мы должны служить Бхагавану Гуру Вайшнава таким образом, что если мы хотим, мы должны быть готовы отдать нашу жизнь ради Шрилы Прабхупады, Бхактисиддханты, и это баджан. Вайшнава — это древо, исполняющее желание. You can forget when to do chant earning. Stop earning money. I can give you money. You stop earning money. Foolish. Waste your time. Prabhupada used to cheat. I have some extra money. Шрила Прабхупад, он обманывал людей, которые, ну, имею в виду тех преданных, которые слишком привязаны к деньгам. Шрила Прабхупад давал деньги, сказал, что мне некуда складывать, себе заберите. И такие люди, они очень быстро уходили, оставив Матхину. Не хочу их вспоминать, но... Но все равно кто-то должен заниматься этим, этой бухгалтерской работой. И Госвами Махарадж, он все время, во время Гауди Миссии, Гауди Матха, была такая система, что Гауди Матха, Шрила Прабхупад, Шрила Прабхупад думал, как можно изменить настроение людей. И когда-то он организовал большие праздники, фестивали, иногда выставки в Даке. На Хавре, в Аллахабаде. Мы не можем представить. Это непостижимо. Мадхава Госвами Махарадж, он не было времени, у него даже есть просад. Если мы будем изучать жизнеописание Гуру Вайшнавов, то мы будем плакать, у них нет времени даже есть, или мы принимать омовение, а мы хотим всему следовать и потом там, к чему-то время уделять. И некоторые думают, что Харикатха — это что-то не обязательное, что можем слушать, можем не слушать. И вот на Бенгале... И вот мы получаем дикшу от Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами. А такие какие-то люди говорили, что получают дикшу от Шрилы Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, чтобы сделать его успешным. Но это глупость с начала до конца. So at all before death, if I can make one or two mobile gauri mantras, I have no
И вот если перед моей смертью я хотя бы могу сделать хотя бы несколько мобильных гаудиматхов, я буду более чем доволен. И вот один пример я могу привести. Однажды, когда Шрила Прабхупад построил Гаудиамат в Гае, в Патне, в Мугал-сарае, в Наймиш-кшетре, в Лакноу, в Аллахабаде, где нет. Если вы видите сердце чистых вайшнавов, вы будете удивлены, ваши мысли и их, насколько они отличаются. Чистые гуру вайшнава, они всегда думают о благе других. День и ночь они думают, как спасти того-то, как спасти того или сего. Что кто-то в майя попадает, но кто-то думает, что они злы на кого-то, говорят как-то жестко. И в этом трагедия. И вот в Аллахабаде Шрила Прабхупад построил большой храм. Я не сейчас был, лет 20 назад. Махарадж был в Патне, в Гае, во всех гаудиаматхах практически. В Лакноу, в Наймиш-кшетре. Но настроение Шрилы Прабхупады было отлично. Когда Шрила Прабхупад, он основал мантру, чтобы проявить славу Шри Чайтаньи Махапрабху, а не чтобы там отдыхать. Шрила Прабхупад основал мадхи совершенно по-другому, как делали все остальные. Шрила Прабхупад основал мадхи для того, чтобы проповедовать славу Гауранге. И мне очень неудобно, что я не могу следовать Шрила Прабхупаде должным образом. Мы должны следовать Шрила Прабхупаде, мы должны следовать этому Махапурусе, чтобы проповедовать славу Гауранге. Можно построить большой храм, но это не поможет для проповеди, поскольку проповедовать нужно вначале себе самому. Сидите. Сидите и проповедуйте самому себе. Проповедь это не шутки. Саду это не шутки. Хоть, конечно, можно видеть, конечно, много саньяси ходят с данды, в шафановой одежде летают на самолетах, но качество и где? Саньяси это не какой-то царь. Мы вначале всего хотим видеть качество этого саньяси. Достоинство, где их взять? И еще несколько примеров я расскажу, какое могущество было у этого Бхактисанги Гасая Махараджа. Однажды Гасая Махарадж и один из преданных Сиддхартха Гасая Махарадж, я думаю, они пошли просить подаяние в какой-то воскресный клуб. Шанта Махарадж говорит, что сейчас мода такая, чем меньше одежды, тем лучше. А в то время Гасая Махарадж не пошли,
В общем, не пустили их в этот ночной клуб, и Гасай Махарадж сказал, на 5 минут буквально, ну, на полчаса, ну, хотя бы, ненадолго. Но в итоге пустили их. И Гасай Махарадж позашел туда, начал говорить харикатху, и все смотрели на него. Настолько он умен. Yes. Those hero and heroine there and film, they are not smart. One Gaudiya devotee, подлинный преданный Гаудия Матх, он по-настоящему умен и разумен. Smartness with fearlessness. They're acting, those singer, those actor, they're acting like smart. They're actually not smart. Smart is one sadhu. Only smartness can be, you can see inside a sadhu. Anywhere you go, you can see his power. Never fear. That is called smartness. Follow. This way, they are when the speech is over. И вот саду они по-настоящему остроумные и находчивые. И вот когда он закончил говорить, тут начали вопросы задавать, что очень запутано. А Гасай Махарадж сказал, что вот так полчаса мне дали, я вот рассказал, не успел, нужно опять полчаса, чтобы о позитивном рассказать. И вот Гасай Махарадж начал говорить о позитивных факторах. Another half an hour time, I can speak positive. Then when you are speaking about who is Gauranga, who is Nityananda, who is Prabhupada, who is Bhaktivinoda Thakur, И вот он с полным энтузиазмом начал говорить о славе Шрилы Прабхупады, Бхактивинода Такура, и мы должны проповедовать славу Гауранге всем, независимо от того, в теле мужчина или женщина они находятся, мы должны говорить харикатху, совершать киртан, а сомневаться в чем-то это нехорошо. И другой пример я могу показать вам. Это гуру севак. Кто такой гуру севак? Если вы, у вас есть какие-то представления, вы посмотрите на какого-то саду, вы посмотрите и увидите, что он подлинный гуру севак. Иначе как это могущество пришло к нему? Поскольку вся сила, все могущество, которое мы должны обрести от своего Гуру Махараджа, не от кого-то, а именно от Гуру Махараджа. Если Гуру Махарадж хочет обмануть меня, Гуру Махарадж может дать нам только деньги и все. Но Гуру Махарадж сказал мне, пытайтесь обрести то богатство. Гуру Махарадж мне лично сказал много раз, ты пытаешься обрести то собственность, которую никто не может забрать. Пытайся обрести то богатство, которое не будет потеряно. Мой Гуру Махарадж много раз говорил мне, о, мой сын, пытайся обрести такое богатство, которое никто не отнимет у тебя, никакие катастрофы, хулиганы и прочее, то, что никто не сможет отнять. И пытаясь обрести то сокровище в своей жизни. И вот Гуру Махарадж снова и снова говорил, и поэтому я не заинтересован в деньгах, положении, еще чем-то. Если вы оставите меня, то я не опечалюсь. Only interest, I like to speak about Prabhupada and Bhaktivinoda Thakur. I can watch if your sincerity is there with you all. I can continue, otherwise I am not bound. I am not bound, there is no registered agreement with me. I love you, I am speaking. If I see you are covered, I can leave everything. Throw and go, you go anywhere. You can arrange you another speaker. I am not interested. I cannot waste my time. Anyway, I will have to leave my body now. И вот я могу оставить свое тело и должен подготовиться к смерти также, и поэтому не нужно терять время зря, ничто не вечно. И вот в Аллахабаде был большой храм построен, и там была выставка. Шрила Прабхупада также был в то время там. Однажды
Шрила Прабхупад сидел в Баджан Кутире один, и какой-то человек пришел встретиться с Шрилой Прабхупадой. Никто не позволял. Но обычно с Шрилой Прабхупадой никто не встречался, но иногда исключения делали. И вот тот говорил с Шрилой Прабхупадой, все вопросы какие-то задавал. Часа 3-4, причем очень долго. Тот задал вопросы, а Шрила Прабхупада отвечал, поскольку... Посмотрите, Парипад Парипашна — это другое, когда мы кланяемся Годову всем сердцем, чтобы узнать ответы на важные вопросы. Если мы просто спорим, аргументы какие-то приводим, то никакого решения не будет, поскольку мы не хотим принять Сиддханту Гуру Вайшнава. Мы просто спорим, это... So many arguments, so much bichar, but still you are so blind, so blind, you cannot understand this Siddhanta Vichar. What we can do? You think only by memorizing Siddhanta Vichar you can understand? You have to do seva. Просто запомнить Сиддханту, этого мало нужно, совершать служение день и ночь, и тогда мы поймем, что такое Сиддханта. Сиддханта is not a matter of joke. Anyway. И так или иначе, в итоге, этот человек ушел, Шрила Прабхупада, он покраснел от этого, надоело, что вот без толку спорить с ним столько часов, и Госвами Махарадж тут пришел, в обед где-то пришел, в пять ушел, и тут Госвами Махарадж поклонился Шриле Прабхупаде и спросил, что случилось с вами. И Прабхупад ничего не ответил. Что случилось? Почему вы такой красный? И Шрила Прабхупад сказал, вот пришел какой-то вот этот человек, важный человек, хотел поговорить со мной, но он постоянно спорил со мной, он пришел не для того, чтобы узнать татву Сиддханту, а чтобы поспорить. Тихта Госвами Махарадж, он говорил обычно, если вы спите с лицемерием, это не... то есть некоторые могут сделать вид, что вы спите. А то есть, если человек не спит, а просто делает вид, что спит, сложно его разбудить. Если по-настоящему спит, то можно разбудить. И так или иначе, потом Шрила Прабхупад начал, и этот Госвами Махарадж спросил, что это за человек. Шрила Прабхупад сказал, как его зовут, и Госвами Махарадж знал, что же это живет. Там-то, там-то, и то-то, быстро. Не поев, не омывшись с Баджан Кутира Госвами Махараджа, точнее, с Баджан Кутира Шрила Прабхупады, он взял машину, такси, быстро поехал, и Ткава начал стучать в ворота этого человека, открывая, кто я, твой отец. Открывай, отругал этого человека. И тому стыдно стало. Ты должен поехать сейчас со мной, чтобы просить прощения у Шрилы Прабхупады, иначе ты обречен на смерть, знаешь ли ты, кто он. Поэтому садись и поехали. Вот они приехали. И тот, смотрите, какая сила у Госвами Махараджа. Иногда я слышал от Гуру Варги, кто-то может сказать, то, что мой Гуру Махарадж может сделать все. Но эти падаки, чапала Гуру Махараджа, сандали Гуру Махараджа, они даже могут пойти, если Гурудев пойдет в этой обуви.
То есть сама обувь не может никуда идти, и то есть тапочки сами не могут никуда идти. Также подлинный ученик думает, что я подобен таким обуви Гуру Махараджа. И также, смотрите, собака господина какого-то может сделать то, что не может делать сам господин, сам хозяин этой собаки. Может кого-то там упустить, напугать, облаять. И вот так этот Госвами Махарадж пришел с этим человеком, отругал его как следует, что, и тот почувствовал себя неудобно, извинился перед Шрилой Прабхупадой, поклонился ему. Что за саду вы видели в своей жизни? Мы очень удачливы, что имеем такого великого преданного, как Госвами Махарадж. И тогда, и по милости Госвами Махараджа, Шрила Прабхупад пролил на него свои милости, иначе тот был бы обречен на смерть. Шрила Прабхупад говорил, я ему отдавал ответы на все вопросы, тот спорил и спорил снова и снова, да, 4 часа продолжалось. И вот Шрила Прабхупад сказал только Госвами Махараджу, смотри, я не хочу тратить ни секунды в моем жизни, но этот человек пришел и потратил зря моих 4 часа, и мне это очень надоело. И вот 4 часа я говорил с ним. Все, моя жизнь посвящена Гуранге, и вот эти 4 часа прошли зря. Я и вижу, что он не готов принять и понять Сиддхасиддханту. Сарирам васу вигьянам, карма гунано асуно, гурвартхе дхаре джасту, шашишьха не тарасситаха. This sloka I can explain someday. Sariram basu, try to remember. Sariram basu vijnanam, karma gunano asuno, guruvarthe dharaya jastu, shasisya na itarasitaha. Vancha kalpatarvasya kibasindhi bevajpati lang pavana vashna bhyona. Jaya sila bhakti sanga gusayi maharaj ki jaya. Jaya hoti abhirvapti tibara maha mahasav ki jaya. Any question? No. Vigraha в Бангладешу уехала. Потом неизвестно, куда пропала. Вот преданные предлагают поехать в какие-то святые места, но Махарадж говорит, отсюда может все видеть, я хочу просто говорить Харе Катху. Если вижу, что вы лицемерные, то я исчезну. I want to see Seva mood, nothing else. Be careful.